заказал на Алике такой вот подарочек, игрушку на 260 люменов, 42 метра, авиационный алюминий. Ну, сейчас посмотрим, что к чему. Так, тут на блистере еще много всякой информации о режимах. Ну, такой веселый наключник. Распакуем так, чтобы потом можно было почитать. Здесь у нас куча бумажных инструкций. Колечко. О том, что они еще производят. Если кому интересно, на Алике можно найти много их продуктов. Ну и, собственно говоря, сам фонарик. Один режим, второй режим, третий режим, четвертый. Выключается. Еще один режим. И это идет блокировка. Очередной из режимов, когда нажимаешь и ничего не происходит. Питание происходит здесь от Type-C разъема. От влаги и пыли, я думаю, защищен он от и до. Ну что же, поставим кольцо на место. В принципе, миниатюрный хороший фонарик, как наключник. Единственное его отличие от других подобных — это цена. Ну, надеюсь, за такую цену они сделали качественное исполнение. Ведь это все-таки Феникс. Вот теперь можно цеплять на ключи, на быстросъемный какой-нибудь карабинчик. Разблокировали. Вот такое чудо. Чудное, диво-дивное. Для того, чтобы что-то посмотреть в подъезде, вполне хватит. Не знаю, как этот авиационный алюминий будет с ключами контактировать. Поцарапается, наверное, весь. Жалко, но тем не менее вещь полезная и нужная в суровых реалиях сегодняшней жизни. В общем, как-то так.